Женя, ставь, блядь, гусей. Доставай. Забирай гусей ты в этом. Доставай, ёпка. Шельма. Доставай. Давай назад. Назад. Маните. Давай. Идут у нас. Пускаем. Пускаем максимально. Ближе. Блядь, смотри, какой красавчик, да? Здорово, мужики, в эфире национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня второй выезд, семейный, дети, жены. В общем, все круто, все охотятся, все классно. Попытаемся вам показать интересное, если оно будет. Евгений Михайлович, да. Какие ощущения? Заезжаем на болото. Это невероятно. Каждый выходной по 1000 километров в одну сторону и 1000 обратно для того, чтобы просто повидаться с друзьями и съездить на гуся. Я надеюсь, не просто так, Сергей, в этот раз. Жек, ну ты слышишь? Тишина. Тишина. Это новый тренд. Новый тренд? Тишина в начале? Да. Маркуш, держись. Оп, аккуратно. Ребята. Я Маркуша только. Да, давай, давай. Вот, доставили нас два вот таких шикарных караката. Прям до лагеря. Один большой, объемный. Мы загрузили все туда и сели сами. А другой чуть меньше. Там мальчишки сидели и водитель. Так, дорогие друзья, у нас происходит торжественное вручение путевок. Судаков Павел Александрович. Есть здесь такой? Шляпин Евгений Михайлович, это я. Господин Назаренко приедет завтра. Вот. Первая в жизни путевка, которая получается в Архангельской области на гуся. Шляпин Марина Игоревна. Поздравления. Ура! Надо всех поцеловать. Сколько гусей у тебя будет? Такие традиции. Сейчас будем играть в семью. Я играю роль отца. Тебе-то можно было, да? Тихо. Вот он. Над озером. Леха, приготовься. Идут у нас. Опускаем. Ближе. Давай. Одно. Сейчас все завернут. Умница. Хорош. Блядь, смотри, какой красавчик, да? Мишка! Это Пашки. Вы что, мальчики, я не стрелял? Нет. Нормально, пацаны. На фото сделал. С полем, братюнь. Дайте поздравить. Давай, спасибо. И собачка отработает. Давайте.
Одна. Две. Упала. Упала на воду. Взять. Сюда, дай, дай сюда. Сюда дай. Сука, блин. Мешает с полем. С полем, парни. Молодая. Молодая. Надо еще вторую добрать. Как да? Сон. Собака, молодец. Джесси, дай сюда. Джесси, Джесси. Сейчас я нахуй хаку, блядь, хаку на тигра прицеплю и, блядь. Да это ворона, действительно. Живой трезвый, блядь. Дурак, блядь. Развели тебя, да? Как щенка. На нас тоже. На нас идут. На нас. Тихо, челюсть.
Женя, говори. Да, да. Рано, рано, давайте. Нормально было. Че, вот так тоже бывает. Виталик, почему промазали? Твое мнение. Ну, я думаю, что, промазали. Бывает и такое, не всем попадать. Если всегда попадать, Паш, то и неинтересно. Почему ты не попал? Потому что промазал. Если бы не промазал, то обязательно попал. А стрелял тройкой? Да. Высота, твое мнение, какая была? 40. Я тоже считаю, 40. Я думал, сейчас выпадут 3-4. Но я, кстати, без ружья. Знаешь, как определить удобное расстояние для гуся? Но? Лучше ружья. Берешь чучело гуся, выставляешь его на комфортном расстоянии, допустим, 30-35 метров, и смотришь, насколько мушка закрывает корпус гуся. И потом уже по мушке определяешь расстояние. То есть, если мушка целиком закрывает гуся, то это где-то 35 метров 40. Если целиком, если мушка меньше, то 30-25. Вот вам лайфхак. И почему ты промазал? Опыта мало. А вон этот хлюст стоит. Ну, а он в это время перезаряжался. На тройке стреляли, а тройка он мелковато. Начинается. Далековато. То пятеркой стреляет, то теперь тройка мелковато. Как налетает, отлетел метров 40, куда тройка стреляли по нему, он и... Одиночка классический, где-то от стайки отбился, кружили мы его, кругов, наверное, 15 мы его, и все-таки выкружили. Вот он, красавец. С полем. Где? Прямо. Вот, можно будет сразу бить. Сиди. Сука, в сторону. На даме найду. Бей. Вот эти тройку. Бьем. Раз. Блин. Вот эту, ёб. Опа. А
Мишанька, молодец. Серега! Я ее выиграл. Серега! Да, это я. Давай, могу завернуться. Рано, мужики. Одну только? Троих. Одну. Одну? Одну. Троих. Рано стрелять начали. Очень рано, ребят. Я говорю, с первых выстрелов в тройку сразу два зашевелились. Я думал, что оба упадут. Нифига, крепкие полетели дальше. Вот третий-то упал. Да. Вот сейчас нормально. Вот это вот сейчас, блядь. Вот сейчас мужики. Болем с болотом! А наманил Алешка, красавчик! Да? Ай, Алешка, молодец, блядь. Там... Отличное приключение. Хорошей компании. Песню запивай, мат. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. А ты что не поешь? Едем, едем, хорошо нам. Потяну победу. Лайк, подписка, колокольчик. Всем пока.